Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение игры Fallout Shelter. Так, у нас тут вон стимуляторы, всякие костюмчики. Оружие до сих пор пока что еще не готово. Так, причесочка готова. Один житель до максимума прокачался. И новый поселенец. Так, ладно, с ним мы потом разберемся. Так, что у нас по оружию? День и 7 часов. А по костюмам у нас... О, два костюма. Купальный костюм и улучшенный комбинезон механика. Нет, нам пока что нужны костюмы на силу. Нам их очень много надо. Да, давайте еще один скрафтим. 6 часов 49 минут. И на нас наконец-таки нападают бандиты. Так, оставим этих здесь. И вот этих двоих сюда отправим. И вот этих ребят двоих сюда. Ну так, на всякий пожарный. Так, это у нас еще один король, которым нужен интеллект поднять. Кстати, тут один всего человек. Мы его отправим на интеллект, как только пройдет нападение. Да, кстати, мы в пустошь можем посмотреть? Так, здесь у нас 2 дня 36... Вот, 1491 крышка. Ладно, пусть гуляет. 1014 крышек всего. Ну так себе, если честно. Так, с пневматикой, с пистолетом, с големом. И с чем-то еще. А, с ружьем. С винторезом. Так. Ну давай, че? Ух ты, пистолет института. Соберем чертеж. Классный чертежик. Рейдеры молодцы. Сдохло, супер. Крышки. Так, у нас уже 74 тысячи. Так, давайте-ка тебя на интеллект отправим. Вперед, мой друг, прокачивай себе ум. Так, и у нас еще один костюм на силу. Костюм на силу. Вот тебе он как раз. Во, супер. Так, у нас еще один житель. Ну, стат у него так себе, поэтому мы его отправим пока что. Пока что. Давайте на воду ее отправим. Дадим ей оружие какое-нибудь. Вот пистолет хотя бы для начала. И костюм на восприятие 5. Пусть она нам воду добывает. Хотя у нас вон и по еде просадок. Но пока что все нормально. Нам надо просто вот это вот вкачать еще на 45 тысяч. И все. В принципе. Но мы это пока делать не будем. Нам побережем денежки. Да, и давайте все же дронов вернем наших. Отзовем. Они тут вон день 19 часов будут идти. И они всего 1300 крышек добыли. Ну это копейки просто. Так, что у нас на складе по костюмам? Ну все нормально. Так, ладно, давайте тогда на задание пойдем сразу. Подготовка королей пещер. Посмотрим, что это у нас такое. Так, это задание дня. Осмотреть пещеру. Пещера, ну, так себе размеров. О, тут наш друг бежит. С гранатометом. Там вроде институт. Ну, смотрите, самые крутые пушки бегут. Так, желают о том, что они не пошли с нами. А, жалеют о том, что они не пошли с нами. Да не, поверь мне, никто не жалеет. Вы, возможно, на смерть идете. Крысы. Так, давайте-ка начнем с босса. Все по боссу бьем сразу. Ну-ка посмотрим. Слушайте, опа, призвал еще одного. Во, про что я говорил. Наконец-то босс готов. Смотрите-ка, они крутые. Серьезные противники. Даже миниган не спасает, который вышибает 19-20. Нужно какое-то более мощное оружие. Так, броня и микроскоп. Так, тут у нас еще 2 этажа минимум. 2 вроде, да? 1, да, 2 этажа. Охо-хошеньки, хо-хо. Так, давайте по одному. Смотрите, а противник силен. Нам хотя бы одного вынести. Но благо у нас по всем вышибает вот этот парнишка. Гранатомет. Настроение у нее, правда, не очень.
Настроение у тебя 7%. Дадим тебе стимулятор один. Мне кажется ли я вот этот ящик? Цель все ближе. Мне кажется ли я вот этот ящик не облутал? Вернитесь в эту комнату. Я просто не помню реально, облутал я этот ящик или нет. Если нет, это будет печально. Нет, я его облутал. Так, ладно. А, да, мы там броню нашли. Мы нашли там броню. Слабенькую, но броню. А у обычной картокрысы. И то, смотрите, даже с обычными картокрысами очень трудно справиться. При таких-то статах. Благо, у нас два множителя. Так что, даже, возможно, три. Поехали, не забывайте, если один из нас погибнет, остальные продолжат выполнять задание. Ха-ха-ха. Как они легко распрощались с одним уже, с человеком. Все вроде живы, да? Они уже готовы. Так, чертеж темы, крышечки. Первые, кстати, 610 штук. Первые крышки. Прошли уже два этажа и первые крышки. Опа! Так, в борьбе за титул королей пещер необходима тактичность, хитрость и обязательно. А их у вас в избытке. У нас нет никаких шансов. Королям пещер направлением становитесь вы. Спасибо, приятно иметь таких вежливых соперников. Мы вас насквозь видим, вас пора заткнуть. Уверен, что мы не сможем договориться. Так, а они без оружия, смотрите. Они абсолютно безоружны. Они бесполезны вообще. Мне вот просто интересно, а что из них выпадет, когда мы вот... А смотри, пещер поговорит с другими участниками соревнований Короли Пещер. Так, мы с ним поговорили. Пещер мы еще не все осмотрели. 32 уровень. Так, ну тут 50, 40 и 32. Крышки, крышки. Кстати, что у нас по оружию? Не, у нас только костюм вон, С5. Ну, нормально. Блин, опять, только не скорпион. Ну, картокрыса еще не страшно. Давайте один множитель все же используем. 5-кратный урон. Сейчас они его завалят быстро. Готов. Ядер кола. И костюмчик на защиту от радиации. Кстати, а у тебя ведь один в один, да? А у вас что? Так, стоп. Кого-нибудь. Вот тебя, например. Ну, такой себе костюмчик. Так, здесь у нас еще два этажа. С разведочкой. Так, пистолет. Пистолет так себе. 7 урона там у него вроде всего лишь. Да? Да, 7. О, 7-8 даже. Кто же здесь? Ух, ё-моё. Так, давайте множители используем на скорпионов. 3-кратный урон. 5-кратный урон. Потому что скорпионы это очень серьезные противники. Помимо яда они нас очень сильно ушибают. Так, пневматика. Так, так, ну да, пневматика так себе. Так, я так понимаю, последний уровень остался, скорее всего. Либо мы найдем здесь кого-нибудь, либо просто до конца пещеру разведаем и все. Так, вот так это делают чемпионы. Смотрите, например, отправили нас на соревнования Королей Пещер. Да. Опа, золотые часы и еще 3 ядер колы. Итого 4 ядер колы и золотой хлам. Задание, кстати, выполнено. Опа, гули. Так, интересно. Начнем вот с этого гуля. Так, теперь вот этот. Потому что нам надо по одному убивать всегда. Так. Кстати, а у девахи? А почему у тебя радиация? Ты же в костюме, защищающем от радиации. Медведь. Так, и тут у нас 3 скорпиона. Замечательно. Так, это еще даже не последняя комната. Ладно, фиг с ним. У нас всего много. И стимуляторов, антирадина. Ладно, давай, ракетницы вот по этому стреляй.
этот сейчас добьют его. Готов. У нас еще, кстати, множитель урона остался один. Так, добыча. 32 уровень. Почти 41. Ну, тут 50 максимальный. Так, последняя комната. Если будет противник, то будет 41 урон. Да. Ой, 41 урон, 41 уровень. Так, нам бы... Пятикратный урон сразу же. Рад таракана убиваем, и одного, и второго. Ну что, 41? Да, 41 уровень. Замечательно. Так, брать здесь больше нечего. Точно? Я вроде ничего не просмотрел. Ладно, давайте пока на этом закончим. И вернемся в убежище. 909 крышек, золотые часы, пару фрагментов тем и 4 ядер колы. Целых 4. Супер. Сейчас посмотрим по заданиям. Может, на кого-нибудь отправим на другие задания. А этих вернем за ядер колу, скорее всего. Да, вернем их за ядер колу. И сразу же отправим на другое задание. Сейчас соберем все ресурсы. Так, давайте сразу же... Стоп, не вы. Так, вы. Собираем все. Чертеж, который у нас есть. Еще один чертеж, который нам деньги приносит. Так, еще чертеж подземки. Так, давайте. Один сюда, второй... Один сюда, второй сюда, а ты вот сюда пока что. Так, и давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Так, спаси всех, кого сможешь. Спаси всех, кого сможешь. То есть, чисто гипотетически, здесь будут жители. Да? Я не знаю точно, но... В принципе, других заданий... Вот на ланчбокс есть на один. Да, и вот это вот на револьвер. 2 часа. Убей картокрыса. Ну, давайте попробуем спасти всех, кого сможем. И для этого задания мы возьмем тебя. Кстати, тебя надо вылечить будет. Потом возьмем деваху. Где наша девчонка? Вот, 41 уровень. И парня в костюме. Да, с 32-м. Дадим им 50 антира... Ой, 50 антирадина вряд ли получится дать, да? По 25 максимум. 25 вот антирадинчик им дадим. Ну так, на всякий пожарный, фиг узнать, что там вообще будет. Начнем задание. Они вооружены, в принципе, хорошо. Так что переживать нам за них не стоит. Немножко вот собрали ресурсиков. 21 крышечку сейчас еще. Опа, супер. Так, кстати. Таинственный незнакомец. Где-то близко. Вот он. 400 крышек. Так, и давай тебя мы отправим на прически. Надо сделать еще парочку. Эта комната, в принципе, будет вообще не нужна. Можно будет ее удалить. Потому что, ну, она бесполезна. Она тупо электроэнергию жрет и все. Кстати, изменить черты лица. Нет, это нам не надо. Так, вот. Подтвердить. Пусть ей причесон 15 минут делают. Так, еще пару левелов. И давайте ускорим вот это задание за 2 ядер колы. Я просто хочу посмотреть, кого мы можем спасти. Ведь есть велика вероятность того, что это новые жители. А если это новые жители, это замечательно. Потому что это, скорее всего, будут не те жители, которые приходят к нам из пустоши. Спаси поселенца. Поселенца. Ух ты, большой бункер. Это, скорее всего, будут именно крутые жители. Такие прокачанные, серьезненькие. Ух ты. Прям смотрите. Сразу же проблема идет прям... Да, я догадывался, что будет тяжело, но не настолько же, да? Смотрите, он до сих пор жив. Ну давайте, валите этих козлов. Один остался, блин. Смотрите, так, чертеж оружия. Что тут только не найдешь. Ну, во-первых, у нас по 22 осталось антирадина и стимуляторов. А это только первый этаж. Тут еще раз, два, три, четыре этажа еще. Так, стратегия стрелять всем по одному действует и здесь.
Надо всех по одному вынести быстрее. Потому что нас тогда заразят, и мы все помрем. Так нам меньше урона, в общем, наносят. Круто. Два стимулятора. Это хорошо. Ну да, согласен я с тобой. 23-21. Да, тут еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять этажей еще идти. Рейдеры? Ни хрена себе. Кто дальше-то? Так, множитель. Пятикратный урон. Так, этот множитель пока использовать не будем. Все, все готовы. Так, чертеж темы. Еще один чертеж темы. А это кто? Ну ладно, рот-таракан не страшно. Рот-таракан это так, детский лепет. О, да, курточка. Так, и еще балахон. Так, куртка плюс 3, балахон С4. О, да. Опять рейдеры. Блин, это плохо, их четверо. Стоп, давайте. Пятикратным уроном на одного из рейдеров. Так, почти. Два готовы, три готовы, осталась одна. У нас еще один множитель, супер. Так, клей, хорошо. Так, крышки. Ё-моё. Смотрите ли это понравится. Само собой мне это нравится. Мы прошли второй этаж, и у нас еще 23 стимулятора и 21 антирадин. Но у нас еще впереди 4 этажа. И мне это не нравится. Так. Пятикратный урон. Один готов сразу. Еще двое на подходе. Но так как тут, смотрите, противников много, мы спокойно сможем на них вкачивать себе множитель урона. Наверное, это сюда. Я точно не знаю, сколько... О! Слава богу, вы получили мое сообщение. Так, у нас на одного жителя больше. Этот чувак пойдет с нами. Все, мы выполнили задание. Теперь у нас поселенец один. Только я не знаю, куда он уехал. Поэтому продолжим зачистку. Так, давай вот на этого. И ты тоже. Ну так, на всякий пожарный. Главное, нам тут не помереть. Так, давайте закинемся антирадином. На всякий пожарный. Так, здесь крышки. И здесь еще крышки. 3000 уже крышек. Смотрите, пустая комната и два стимулятора. Супер. Никогда так пустым комнатам не радовался. Так, здесь рот-тараканы. Ну это ладно, это слабый противник. Еще один стимулятор. И нет, рот-тараканов мы не заполучили. Так, у тебя 41 уровень, ты еще пока не планируешь прокачиваться. А наш друг? 32-й. Ну ладно, пусть пока будет так. Так, сейчас мы быстренько их вынесем. Ну, смысла не вижу, множитель, да, у него урон. ХП-то вообще нету. Так, ночнушка. Еще крышек. Добыча, это главное. Главное это вас вытащить отсюда, а не добыча. Добыча дело новизное. Так, опять кто-то. Но рот-тараканы это никогда не страшно. Смотрите, он одним выстрелом серьезно их выносит. Но сейчас он еще раз выстрелит. И все, эти готовы. Так, шмотки, чертеж оружия. От рот-таракана 33 уровень, даже лечить не пришлось. Так, два гуля. Вот тут мы используем множитель урона. Трехкратный. Туда. Тут с множителем урона. О, еще один множитель урона. Супер. Нет, это мы пока оставим. Вдруг у нас еще целый этаж впереди. О, о да. Костюмчик классный на деваху. Так, вот тут давайте используем множитель. Пятикратно. Все, все готовы. Видите, одной базукой вынесли всех. Охренеть, огнемет. Крутой огнемет-то хоть? 15? Ну ладно. 15 тоже хорошо. Сейчас мы их за за ядерколу вернем и получим с этого кучу крутых ресурсов. Пятикратный урон.
Минус один. Почти минус второй. Минус второй. И... минус третий. Готов. Так, здесь куртка. Антирадин. Чертеж темы. Крышки. О, да. Так, пустая комната, ничего себе. О, ружьишко. Ну, ружьишко так себе. Так, и последняя комната. Револьвер, винтовка и... все. Ладно, будем, думаю, на этом заканчивать. Пора нам в убежище вернуться. Я хочу посмотреть, что у нас вообще по ресурсам. Вот, новый житель, темы, крышки, 3400. Ну и пока жаль, что я 0 ядер колы. Но мы сейчас вернемся. Скорее всего, либо за одну, либо за 2 ядер колы. Мы спокойно вернемся. Но у нас 4 ядер колы было, да? То есть мы как бы в плюсе. Вот, 1 ядер кола, подтвердите. Так, продать мусор. А это соберем. Опа, дробовичок. Плазменный пистолет. Чертеж темы, который нам не нужен. Еще один такой же. Столовое братство стали. Так, и у нас новый житель, который к нам сейчас заходит. Да, мы тут всего сейчас насобираем с радостью. Так, значит, ты сюда, а ты? Пятый уровень, священник. Ну, в принципе, у тебя только удача на 7. Давай-ка ты пока тут погуляешь. А, ты пока тоже тут погуляйте. Вы вчетвером. А я посмотрю, что с вами можно сделать. Может, их на задание сейчас троих отправлю куда-нибудь еще на какое-нибудь одно. Да, кстати, у нас тут в комнате по поводу воды. На тебе хотя бы огнемет. Помощнее будешь. Так, и сюда нужен шестой человек. Шестой крутой прокачанный человечек. Вот ты, например. Иди-ка в эту комнату. Только давайте сначала... у кого у вас что тут? Вот хламотрон снимем на кулак. И дадим тебе... тебе дадим хламотрон. Само собой. У него и урон побольше, и все остальное больше. А вот кому... а тебе дадим снайперскую винтовку. Чтобы у нас так было нормально. Так, и давайте вот это продадим, а вот это разберем. Ну, фотоаппарат тоже нормально. Так, по костюмам. Ну, по костюмам у нас вот это хлам. Вот. Стоп, отмена. Это мы разбираем за нормальный хлам. Так, четверки мы... а, да, мы четверки разбирать стали, да. Это только пятерки. Пятерки и семерки. Потому что меньше нам сейчас уже не нужны. У нас производство настолько хорошо, что нам меньше семерки не надо. Так, ты. На что бы тебя отправить? У тебя, в принципе... В принципе, тебя отправим пока что в качалку на ловкость. А, я слышу его, но я его пока не вижу. Где-то он тут спрятался. Вот он. 350 крышек. И у нас уже 82 тысячи. Так, я думаю отправить ребят на задание. Либо за оружием, чертежом легендарного, либо за хламом и легендарным опять чертежом. Давайте с ланчбоксом их отправим на 14 часов. И все. Так, кто тут у нас? Где эти ребята? Крутые. Так, нет. Нет. Вот ты. Стоп, подождите. Так, начнем, во-первых, не с этих. С тебя. Так, тебя мы заменим на парня в экзоскелете. Ну, в костюме, в крутом. Где он у нас? Что-то я его найти не могу. Вот на тебя. Так, и у нас была деваха с пулеметом. Так, не ты, не ты. Кто-то у нас еще в таком костюме бегает. Вот ты. Все, дадим им стимуляторов, само собой, по 25. Потому что я не знаю, что там будет. И антирадинчика дадим, 25. Без антирадина я их точно не отпущу. И уже завтра выполним это задание. Либо я его ускорю. Ну, тоже завтра. Сейчас я не буду ускорять, тратить ядер кол на это задание.
Ну, только вот одна ядеркола у нас в плюсе. Опа, бутылка и мистер Крышка. Супер. Под конец дня бутылка и мистер Крышка. Так, по костюму все хорошо. По хламу мы... Блин, у нас медведей много. Давай до 30 хотя бы продадим медведей. Так, у нас тут... Хлам. У нас просто хлама 279. Так, вот это до 20. Обычный хлам до 20, а нормальный до 30. Так, машинки, я понимаю, нам нужны, но для костюмов крутых. Но у нас их слишком много. Давайте до 25 хотя бы пряжу скинем, а то, смотрите, у нас уже реальный инвентарь захламился. А, ладно, давайте даже до 20. И перчатки тоже. Так, ну шкуру оставим. Кто там? Вот они, наши прекрасные ребята. Так, давайте тогда... Кого бы? Ну ладно, пусть пока так все будет. Посмотрим заодно. Эти пляшут тут вовсю. Так, ну, в первую комнату сразу же они идут. Точнее, не идут. Они попадают сразу вот сюда. Здесь и здесь вас ждут прям неприятности. Опа, ядеркола. Так, отправляем тебя сюда. И тебя сюда. И одного отправляем сюда. Так, стимуляторы. Стимулятор. Ай, блин, не успел. Стимулятор. Где ты там пляшешь-то? Я его не вижу. А, вот он. Блин, не успел. Так, их все еще трое. Смотрите, их до сих пор трое. Двое. Ё-моё, блин, у меня сейчас тут помирают все. Все, все выжили. Слава богу. Но это вообще как бы слава богу вот это, да? Вообще как не слава богу. Жесть, как у меня прям все сразу кони двигать начали. Здесь надо прям реально сильных собирать. А, вот ты где пляшешь. Да, нападение вот этих существ. В принципе, они все два этажа проходят, да? То есть они спускаются, здесь они получают люлей от нашей суперкоманды. Само собой, куда же без нашей суперкоманды. Так, потом... Потом они спускаются на этаж ниже и получают люлей вот от этих. Но здесь в чем дело, что у нас ребята-то хило прокачанные. И на силу здесь нет костюмов. Это плохо. Тихо. А, вот бутылка, где плясал, возможно. Так, 84 тысячи с половиной у нас уже крышек. И это очень хорошо. До 90 тысяч осталось совсем чуть-чуть. Вот еще сейчас эти через день 23 часа. Вот, да, 23 часа. Через день придут, 1491 крышку нам принесут. В общем, 2500. Мы еще ближе станем к нашей цели. Наша цель набрать 90 тысяч. И наконец-таки прокачаем лабораторию. О, производство костюмов на максимум. Там будет куча легендарных костюмов, которые мы нашли. И которые мы, конечно же, будем создавать. Но это очень долго по времени. Так, крышка тоже уходит. Бутылка уже убежала от него. Далеко. Так, и нам вот сюда надо реально сильных ребят. Потому что это дрищи. Так, вот у нас, например. Вот сейчас он себе силу поднимет, мы его в ту комнату отправим. Нам вот таких вот прокачанных прям спецов надо. А не вот то, что вот это посмешище, которое у нас там стоит. Здесь из нормальных, ну вот ты более-менее еще. Ты нет, вот ты нормальный перс. Ты тоже нет, и ты вот суперский. Все, больше здесь нормальных персонажей нет. Дальше там одни посмешища. Блин, слушай, смотрите, настроение упало. Так, причесон готов, но что-то я не вижу, чтобы у меня множитель был. Ну, в смысле, множитель, скажешь, этот... задание выполнялось. Там же надо 10 причесок поменять. Я уже не знаю, я, может,
Причесок 8-9 я точно поменял. Но сейчас посмотрим. Так, давайте какой-нибудь причесон нормальный сделаем. Давай вот этот вот. Все. Здесь все равно в каске не видно, какая разница, какой у тебя причесон будет. Ладно, я думаю, пока что мы на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!